Министры стран-участниц ОПЕК+, приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Участники Альянса отметили крайне ограниченное наличие свободных мощностей по добыче и переработке нефти, говорится в пресс-релизе Альянса по итогам заседания. В результате необходимо использовать мощности с большой осторожностью для ответа на серьезный перебой с поставками. Министры подчеркнули быстро меняющиеся основы нефтяного рынка. По их мнению, хроническая нехватка инвестиций в сырьевой сектор привела к сокращению избыточных мощностей по всей цепочке создания стоимости. Кроме того, по состоянию на июнь страны ОПЕК+, отстают от намеченного плана по добыче примерно на около 3 миллиона баррелей в сутки. Согласно сообщению Министерства энергетики, Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+, на 31-м заседании. Таким образом, квота страны на добычу нефти в сентябре 2022 года увеличится на 1 тысячу баррелей в сутки.